Привет, YouTube, на канале Влад Тарасова. Это новое видео. Сегодня мы решили просто сделать безумную идею, а именно взять скотч, сделать щит и, короче, будем тестить его разными штучками. Допустим, херачить по нему молотком, а дальше вы типа узнаете. Сегодня мы с нашими друзьями, можете вот посмотреть на них. Привет, чуваки. Привет. Привет. Еще я, как обычно, здесь. Подписывайтесь на все инстаграмы. Вот здесь вот мой инстаграм. Инстаграм Алана. Инстаграм Лёхи. Инстаграм Андрея. Так что, чуваки, подписывайтесь на все наши инсты. И сейчас мы будем уже делать щиты скотча, а потом будем в дальнейшем его тестить. Сейчас мы покажем вам материалы. Вот, смотрите. Короче, чекайте. Первая у нас вот такая вот держалка для щита есть, типа ручка, чтобы защищаться от бандитов. Первая. Что еще у нас есть? Потом есть основа для щита, вот такие вот круглые штуки. Потом классический дактейп у нас есть. Берем тоже. Тоже пригодится, да? Строить. Еще дактейп. Достаем. Еще дактейп. Что еще есть? Изолента. Первое то, что мы должны сделать, соединить вот эти все кругляшки воедино и обмотать их скотчем. Это будет основа нашего щита. Давай, Алан. Раньше в Швеции викинги такими топорами все резали, блядь, а чем мы хуже? Главное Владиславу не разъебать случайно. Вот, пока что у нас получается вот такая вот невзрачная конструкция, но это только начало, ребята. Мы еще сделаем сюда три штуки, потом все перемотаем, будем делать декор. И в конце видео мы будем тестить всякими разными крутыми штуками, которые мы с собой взяли. Пацаны, короче, следующее, то, что мы будем делать с нашим щитом, это делать вот это крепление, которое обязательно на всех щитах. То есть мы шарим за викингскую тему. Поэтому мы взяли вот такую штуку в строительном магазине. И сейчас мы ее вот так вот прикрепим. Вот так вот. Все. Занимаемся ремонтом ручки. Вот. Леха придумал какую-то схему. Вот она будет крепче прежней. Следующая наша стадия – закастомить щит. Мы хотим сделать, как у Капитана Америки, поэтому мы должны сделать флаг США там. Пацаны, вот что у нас получилось. Выглядит достаточно неплохо. Первое то, что у нас будет в испытании, удар кулаком. Пацаны, кто хочет первый ударить? Просто давайте попробуем. На боксе 8 лет занимался. Вы не знали, но у меня это Брюс Ли был родственником. У меня сохранились его. Он занимался китайской техникой. Он выдержал, смотри, тут осталось мятина, но он выдержал. Знаешь, он выдержал. Вот если бы я был на Третьей мировой и держал в руке этот щит, я бы чувствовал в себе уверенность. Так что, смотрите. Следующее оружие – нога. Продолжаем бить. Ой, блядь. Рука, руке больно, щиту нет. Леша попробует сделать очень могущественный удар. Следующее, что мы будем испытывать, это будет... У нас есть молоточек. Советский молот. Замечание одно сделать. Если он оторвется, то может в голову прийти с Владом. Да, и видос не выйдет тогда. Ну выйдет, просто потом без Влада. Ай, бля, ебать! Ты мне руку чуть не снес. Пацаны, стоит заметить то, что щит держится. Давай. Четвертая у нас стадия. Топор против щита. Послушайте звук. Короче, Андрей готов? Вам не стоит повторять эти действия, потому что это будет опасно для вас и для вашей жизни. Так что мы это делаем в развлекательных целях. Мы все как бы контролируем. Так что вы этого не повторяйте и берегите своих близких. И что, как ощущения? Больно, это... Ощущение больно достаточно, но... Щит настолько уникален, что он отталкивает удары топора. Видите, тут нет никаких порезов, ничего, просто царапинки. Из-за того, что он сделан из материала, который мы нашли уникального.
Ребята, это чит поглощает все удары прям. Пацаны, сломалась ручка, но на этот случай нужно брать с собой запасную, потому что смысл этого щита не в ручке, а в самой конструкции. Потому что, смотрите, вообще, она даже может пули отражать. Просто поглощает. Так, пацаны, поглощает. Насчет пуль. Пацаны. Насчет пуль, ребята. Для этого видео мы взяли 3 банки самых мощных пуль на Диком Западе. И сейчас будем тестировать против этого дикого щита, пацаны. Мне кажется, то, что... он выдержит. Для этого видео мы специально взяли вот такой вот мощный ствол. Самая мощная воздушка, которая только существует. Смотрите, с прицелом снайперским, с глушителем. Вот такая вот она. Сейчас будем стрелять в наш щит. Пацаны, давайте попробуем. Тарас имеет дефект глаза, он не попал. Как да я не попал, пацаны, вообще в ахуе. Как с 2 метров можно не попасть? Сейчас стрелять буду я. Очень много фильмов я смотрел про снайперов. И хера я промахнусь, особенно по такому щиту прекрасному. Вот сейчас было. Вот сейчас попал. Сейчас вам ни в коем случае уже нельзя это повторять, тем более стрелять, особенно кто-то должен, когда кто-то это держит, потому что сейчас просто пуля пробивает это насквозь, это очень опасно. Но сейчас мы смотрим, как стреляет Андрей. Да, вон, прям четко было видно, оно вправо снизу попало. Короче, мы пришли к выводу, что щит не может как бы справиться. Ну, именно вот эта мягкая. А где дырка? Вот тут, вот. Мягкая штука, она пробивается насквозь. Когда попадаете в мягкую штуку, поролон этот самый, то удар, он как бы замедляется, но оно прошивается. Так что это не очень безопасно, я бы это не использовал защиты против оружия. Но смотрите, тут имеется вот эта подкладка твердая, и, скорее всего, она уже защитит. Попал? Он уже весь дыркой, вот, смотрите. А посмотри с другой стороны. А вот эта штука затормозила. Да, пацаны, я был прав. Вот эта вот плотная штука, поверни. Вот эта штука, она стопит пулю. А если попадать вот в этот вот... диапазон? Вот, да, диапазон, то вас прошьет нахрен, и вы умрете, сорян. Пацаны, ну так как мы щит не смогли уничтожить, я взял кое-что, то, что сможет это сделать. Секундочку. Пацаны, сейчас мы затестим этот чит, допустим, если на войне начался пожар, и чуваки ходят нет с огнеметами. Да. И вот что у нас есть на этот случай. О, фига, это красиво. Оно горит. Красиво. Все, убирайте нахуй, я руку прожгу. Не очкуй, когда жарко станет, скажу. Ебать, защита нахуй. Все, убирайте. Прикинь, красивый кадр. Ну вот, парни, мы проверили все. К сожалению, щит не может выдержать огня. Ну, в принципе, это было логично, потому что там был поролон, а он легко воспламеняемый. Воспламеняемый. Сорян за дефект речи. Короче, чуваки, этот щит выдержал все испытания, кроме последнего, которым было прожигание огнеметом. И, типа, я считаю то, что щит показал себя достаточно неплохо, потому что, ну, посмотрите, типа, даже после огня он еще смог немного уцелеть. Типа, пули он выдержит, вот как раз в этом месте. Так что, чуваки, щит неплохой показался. Мне кажется, то, что это неплохой эксперимент, неплохой опыт, который мы сделали с нашим щитом. Алан, что думаешь? Я бы его использовал, только если бы на вас не идут огнеметчики и вас не стреляют с какого-нибудь ружья. Так он нормально все выдерживает, так что его можно использовать и уже вводить в армию России. Ой, блядь. Хороший тест, мы его провели, так что можете поставить за это лайк, подписаться на канал, поставить колокольчики. И, пацаны, также подписывайтесь на все наши 4 инстаграма. Вот здесь вот мой, инстаграм Алана, Лехи на ноге и Андрея вот тут прям над винтовкой. Подписывайтесь, всем большое спасибо за видео, получился крутой эксперимент. Надолго не прощаемся, йоу, всем пока. Хорошо.